Администрацией округа будет разработан план по организации бизнес-обучения для сельских жителей, чтобы развивать в населенных пунктах предпринимательство. По мнению главы региона, необходимо поддерживать частников и создавать производство. Об этом Игорь Кошин рассказал главам муниципальных образований в ходе встречи, которая длилась почти 2 часа. В ходе диалога глава региона и руководители сельсоветов обсудили широкий круг насущных вопросов, связанных с жизнедеятельностью сельских поселений. Муниципалы положительно оценили действия окружной власти в области обеспечения квалифицированной медицинской помощи жителей отдаленных населенных пунктов и кочевых оленеводов. Высоко отметили главы и увеличение финансирования по авиаперевозкам, за счет чего удалось ввести дополнительные рейсы. Среди других тем, которые поднимались в ходе беседы, организация добровольных пожарных дружин на селе, строительство зимних дорог в ближайшие населенные пункты, создание высшего совета при губернаторе НАО и участие в нем глав, а также помощь сельсоветам в организации государственных закупок.